2 часа дня авария произошла на улице Толстого, недалеко от ее пересечения с улицей Аймаутова. Здесь водитель грузовой автомашины ЗИЛ на скорости врезался в опору магистральной теплотрассы. Как рассказали очевидцы, автомашина съезжала сверху с улицы Жолдасбекова, и у автомашины отказали тормоза. Доехав уже до оживленной трассы улицы Аймаутова, водитель, чтобы не выезжать на дорогу, свернул влево и врезался в опору теплотрассы, таким образом остановив тяжелую машину. К счастью, опора удар выдержала. В аварии водитель не пострадал. Сейчас сотрудники административной полиции выясняют, почему неисправная автомашина покинула автопарк. Очередное возгорание зарегистрировано в поселке Кайтпас. В 19.00 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре на улице Аскарова во дворе дома 193. А у вас, да? По вызову выехали одна спецавтомашина и 4 человека личного состава. Прибыв на место пожара, они обнаружили, что горят 4 тюка прессованного сена во дворе дома и мусор на площади в 1000 квадратных метров. Сотрудники службы пожаротушения приступили к ликвидации пожара, и через 20 минут огонь был локализован. Полностью пламя затушить удалось спустя еще 30 минут. В результате пожара никто не пострадал. Сумму ущерба и причины возникновения огня сейчас выясняют дознаватели управления по ЧС города Шымкента. В 2 часа 30 минут на пульт 102 поступило сообщение о поножовщине, которое произошло в 4-м микрорайоне возле одного из увеселительных заведений. На место происшествия тут же выехал ближайший экипаж дорожно-патрульной полиции. Бүгін 26 қыркүйек күні 01:30 шамасында стрела жедел басқару орталығына шақырту түсті. С пульта «Стрела» нам поступило сообщение о том, что в 4-м микрорайоне возле Тойханы Асимай неизвестный мужчина получил ножевое ранение. На место происшествия выехал наш экипаж, который задержал подозреваемое лицо и передал его в руки следственной группы Абайского РУВД. Как рассказал задержанный, 17-летний подросток, они вместе с 20-летним потерпевшим присутствовали на торжестве в Тойхане, но их пребывание закончилось дракой. Қалай болды онда мен кафеден той бітіп атады да тойланып қалады и одан кейін мен шықтым да көке шыққан жоқпын мен отқан екенмін көкем екеуміше екен кішкентай бала қасымда айналыста бар анау телефон беш ойнайыншы ойнайыншы деп қоймайды да кейін бар да анашың нөмерін сұрап келші дедім да алдап жібере салдым міне көке екеуім бір кезде мен мына жақта тұрдық есіктің алдында тұрдық тамада бәріміз тұрмыз ғой сол кезде келді ана бала кішкентай бала келді да бағанағы сені шақырып жатыр бір бала деп ішке барсам ана бала кейін мына жаққа мына жерге шақырып шықты да мен и келді да мені ұрып жатыр да көке сразу бетімнен ұрды да Я стоял возле входа в Тойхану, когда ко мне подошел маленький мальчик и попросил поиграть в сотовый телефон. Я ему отказал, и он ушел. Через несколько минут мальчик вернулся и сказал, что меня кто-то зовет за Тойхану. Я вышел и увидел этого парня. Он сказал, что я обидел мальчика и стал меня избивать. Я пытался сопротивляться, но он был явно сильнее меня. И тогда я вытащил из кармана вилку, которую взял перед этим со стола, и ударил его в живот. На место происшествия полицейские вызвали врачей скорой помощи, которые доставили потерпевшего в больницу скорой медицинской помощи. Задержанного же полицейские доставили в Абайский РУВД. По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело. Ведется следствие. Нормально,